Привет, друзья! Это озвучка величайшей битвы в манге One Punch Man, Сайтама против Гароу. Всю битву я разделил на несколько серий, которые будут выходить каждый день. Да, возможно, среди вас найдутся люди, которые напишут, что это перезалив. Да и нет, потому что вся битва выходила очень долго. А сейчас мы все сможем спокойно насладиться этой битвой, будто смотрим серии аниме. Прежде чем начать смотреть видео, хочу выразить отдельную благодарность спонсорам моих видео. Людям, которые поддерживают этот канал донатами. Роман Виговский, Battleborg, Доктор Баг, Элджин 142, Чепчик, Денвер, Диктопус. А также огромное спасибо бустерам. Фасту Накамура, Беликта, Данил Мякишев, а еще и Battleborg. Для тех, кто тоже хочет поддержать канал донатом или подписаться на Бусти, где будут выходить озвучки новых глав манги, ссылки будут в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Вы, наверное, заметили, что видео стали выходить почаще. Это все благодаря вашей поддержке. Вы очень сильно меня мотивируете. Спасибо, друзья. Вам я желаю приятного аппетита и просмотра. Let's go! Это Сайтама! Что здесь произошло? Мы телепортировались. А куда делся старик Бласт? Все побеждены? А? Монстр. Герой. Тебя опять разломали, Генос? Ты в порядке? Мастер. Это он с тобой сделал? Нет. Враг, с которым я сражался. Кинг разобрался с ним своей суператакой. А? Суператака Кинга? Я могу вспомнить только его суперкомбо из той дурацкой игры. Но есть кое-что странное. А? Я чувствую ту же зашкаливающую энергию суператаки Кинга от этого монстра. Наверное, неисправность. Что вообще со мной случилось? Уже не говоря об этом теле. Я даже не помню, как я выбрался из-под земли. Я потерял сознание под землей, погребенный под обломками. В это время передо мной мелькали моменты из прошлого. Я чувствую дрожь в твоих кулаках. Для начала закали свое сердце, а затем следуй его голосу. Он вернулся? Ты герой 13-го ранга С-класса, световой флэш. Ты герой, но все равно бьешь как младенец. Ты единственный выживший из ассоциации монстров? Ты и вправду наделал здесь много проблем. Ты король монстров. Король монстров? Ха, я догадывался, что был кто-то вроде этого. Тебе лучше хорошенько запомнить. Мое имя Гароу. Я тот, кто достигнет божественного уровня угрозы и исправит этот мир. Гароу? Охотник на героев? Просто чтобы ты знал, я не имею никакого отношения к ассоциации монстров. Они не смогли запереть меня в этой жуткой коробке. Как я и думал. Позвольте пройти. Ты монстрофицировался, но все еще не встал на сторону монстров? Как разочаровываешь. Нам следовало избавиться от тебя еще в самом начале. Значит, остался еще один. Спасибо, что вышел сам и освободил меня от поисков. Я сражусь с вами обоими. Вы падете от моих непревзойденных техник. Я сражусь с любым, кто хочет битвы. Абсолютное зло непоколебимо. Монстры, герои. Я уничтожу всех и стану великим символом ужаса божественного уровня. Нападайте. Ха-ха.
Сайтама! А, Кинг? Я знал, что ты сделаешь это. Сделаю что? В любом случае, хорошо, что ты в порядке. Я верил в тебя. Я знал, что ты придешь. Я очень боялся, но сделал все, что мог. Словно камень. Я боялся, что не успею показать тебе плоды моих трудов. Но я рад, что ты пришел вовремя, Сайтама. А что ты там говорил про камень? Я про мои камни в почках. Мистер Генс рисковал своей жизнью ради мистера Цумаки. Это было действительно отважно. Так вот в чем дело. Ты и правда вырос. Генс, отличная битва. Мастер, когда пришло время самоуничтожиться, я не смог решиться. Смогу ли я теперь вообще стать сильнее? Я не совсем понял, но ты ведь не взорвался, верно? Это значит, что эта часть тоже стала сильнее, не так ли? Мастер, это все благодаря вам и доктору Кусена. Я ничего не делал. В этот день в небе над городом Зет сверкала сотканная из светогеометрическая фигура. Это передали по всем каналам, прописав происходящее Тацумаки и другим эсперам. Однако, мало кто, кроме находящихся там, знал, что это были следы от битвы между тремя сверхсуществами. Удар лезвия ветра! Гаро! Флэш ослаб, потеряв свое оружие. Будет мудрым решение объединить силы против него, а затем сразиться один на один. Хочешь объединиться против него? Что ж, получи! Да как ты смеешь? Я никогда не приму предложение от такого, как ты! Ты уже наполовину монстр! Я чувствую это! Я приблизился к созданию собственной техники. Ни кулак горного потока, крушащий камни, ни кулак ветра, рассекающий железо, ни кулак взрывающегося сердца, ни кулак тигриного клыка правды, ни кулак чистилища бездны, ни вспеневающие озера кулак ледяной реки, ни кулак лежащего через горы пути дурака, ни кулак давления болевых точек, ни кулак ядовитого великана, ни кулак одинокого процветания. Через битвы я переработал все это, собственную технику. Они соединились в угрозу божественного уровня. Я назову это кулак чудовищного бога бедствия. Нет, погодите, кулак чудовищного убийцы богов. Чтобы доминировать над всем миром, как абсолютное зло, и погрузить человечество в пучину отчаяния, кто-то настолько ненадежный, как Бог, должен быть повержен моими руками. Сверхатомный авианосец. Что это за свет? Капитан, массивный объект по правому борту. Мы не можем разминуться.
может быть. Сегодня я встретил 4 людей, превосходящих меня в скорости. Невозможно. Непростительно. Световой кулак! Читерская вращающая защита. Платиновые кольца. Так это и есть тот уровень, которого может достичь обычный человечишка. Черт! Скользящий теневой пинок! Ты полностью открыт. Что-то не так с твоим духом? Ты как и темноблеск. Когда кто-то превосходит тебя в твоей специальности, теряешься и пытаешься защитить хотя бы свою гордость. Это и значит быть героем, а? Тех, кто действительно хочет защитить слабых. Я существую! Флэш-сан! Остались только ты и я. Теперь, когда остались только двое, вспышки даже ускорились, и световая траектория стала еще плотнее, чем прежде, беспристрастно ускоряясь, словно нейроны Гарроу. Плачь! Позволь пройти. Идем, прими мою силу, и мы победим твоих врагов вместе. Когда придет время, не жди, что кто-то придет и спасет тебя. Кто ты? Тацумаки! Ты воспротивилась этому. Ты правда выросла. О, кто это? О, эй, Бласт, куда он убегал? Бласт? Значит, он существует? Мы смогли остановить его на самой грани. Но я позволил ему войти с ней в прямой контакт. Когда мы попали в пространственную расщелину, благодаря эффекту куба, ты Кинг, верно? О, что? Так точно. Я оставляю Тацумаки на тебя. Я должен вернуться, чтобы обеспечить поддержку. Поддержку? Я сражаюсь не один, знаешь ли. Эй, погоди! Он исчез! Кажется, у той многоножки был свой собственный босс. Жалкие человечешки, слушайте меня. Уровень угрозы неизвестный. Многоножка-мудрец. Мы были посланы, чтобы уничтожить восставшего против бога наглеца. Мы воплощение нашего отца. Земли! И
воплощение нашей матери, Океана. Испытайте же божественное возмездие и разрушение. Уровень угрозы неизвестный. Злой океан. Как насчет этого? Нет! Стоило мне подумать, что миссия окончена, как эти штуки появились из ниоткуда. Может, мы слишком рано вызвали вертолет? Мы должны поторопиться и убраться отсюда. Мелкой сошке не удастся одолеть технику, призванную вселить страх в самого бога. Такой сильный. Пацан, он смог сбежать. Мгновенная регенерация. Я должен отвлечь его. В чем дело? Нападай! Ну уж нет. Беспокоишься об этой мухе? Не понимаю, о чем ты. Если сдвинешься еще хоть на дюйм, мой собрат прихлопнет ее своей океанской пушкой. Великий марш многоножки! Великая океаническая пушка! Ха-ха-ха-ха! Жалкий дурак! Ну и где теперь твоя провода? Удары из серии серьезных! Серьезный удар! Что за... Чувак, я весь промок из-за этих брызгов. Занимайся этим где-нибудь еще. А? Зафиксирована аномальная океаническая активность. Держитесь! Не выходит! Нужно поднять судно на вершину волны! Главная турбина и штурвал вышли из строя! Мы потеряли контроль! Черт! Эй, там кто-то на палубе! Что? Не может быть! Тут не хватает места, чтобы поднять эту штуку. Так вот что чувствуешь, когда занимаешься серфингом. Она погибла. Это был какой-то технический катаклизм. Ах ты, сучий. Боевой дух! Драконий разгром! Но крепкая. Стальная бита? Ты! Охотник на героев! Снова решил встать у меня на пути? А? Получай! Сейчас не время. А ну стоять! Теперь ты выглядишь как реальный монстр. Наконец решил показать свою настоящую сущность? А? Чёрта с два, я дам тебе свалить! Отлично. Еще одна боль в заднице. Смотрите, океан растворился, и из-под земли вырвалась эта гигантская тварь! Не говоря уже о том огромном световом узоре. Да что здесь вообще происходит? Готовьтесь, букашки! Берегитесь! Проваливайте! Ага.
Что за херня происходит, а? Помогаешь сбежать вертолету и бьешь монстров, несмотря на то, что сам себя таким считаешь. Ты, похоже, стал даже нормальнее, чем был. Заткнись. Это был превосходный шанс позволить им рассказать всему миру о том, насколько я ужасен. Как бы то ни было, эта гигантская срань охотится за вертолетом. А? Пацан, которого вы, идиоты, спасаете, находится там. Мы должны выиграть для них время. Как насчет того, чтобы ты стал приманкой, а, герой? Это кем ты себя возомнил, чтобы помыкать мной? Я не знаю, почему ты вдруг решил стать хорошим парнем, но хрена с два я объединюсь с монстром, напавшим на меня из-под тишка. И это из-за тебя я не смог прихлопнуть прошлую многоножку. Поэтому с этой я разберусь сам, так что катись к черту. Да я тебя размотал, когда еще был человеком. А ты тут выпендриваешься? Решил. Спасение пацана должно быть твоим приоритетом, сраный эгоист. И ты называешь себя героем С-класса? Эй, раздражающие букашки! Заткнись! Взгляните, этот монстр напал на нашу репортерскую команду. Тем не менее, вертолету удалось спасти с места происшествия. Смогут ли герои С-класса одолеть это ужасное чудище? О, как пугающе. Мы можем только молиться за них. Ой-ой, если бы он охватился за вертолет, они бы не смогли сбежать. Но ведь вертолет не упал, не так ли? А-а. Я не чувствую от него убийственной ауры. Хозе, почему? Ну, полагаю, так и есть.